Комментарии, мнения, реплики. На радио 49-я параллель. Здравствуйте, в эфире рубрика «Комментарии». У микрофона Марина Семенчук. В Лос-Анджелесе прошли соревнования по кейрину – разновидность велотрековых гонок, где финальному спринту предшествует несколько кругов с установленной скоростью. Победительницей стала спортсменка из Луганской области Любовь Басова. Сколько очков заработала девушка, нам рассказала пресс-секретарь управления молодежи и спорта Людмила Шпилевая. 26 февраля в США закончился четвертый этап Кубка мира по велоспорту. В соревнованиях принимали спортсмены Украины, и в том числе наша луганская спортсменка Любовь Басова, вот, которая выступала в кейн-рине. Это такой подвид велоспорта. Спортсменка – это ее коронный, в принципе, заезды. Коронная, она любит выступать в этом виде. По результатам соревнований, по всем четырем этапам, наша Любовь набрала 1325 очков, и это ей позволило стать обладательницей Кубка мира в этой дисциплине. Вот, мы искренне поздравляем спортсменку и желаем ей только повышать свои результаты и быть всегда лучшей. Как рассказали управление молодежи и спорта, спортсменка тренируется за пределами Луганской области, так как в нашем регионе отсутствуют тренировочные базы для велоспорта.